Мне повезло, что через 3 года моего начала на Горьком телевидении именно в Горьком был всесоюзный фестиваль телевизионных программ. То телевидение Горьковское для меня и та молодежная редакция, тот факел, я, слава богу, память не изменяет, это называлось факел. Это было все здорово, замечательно, и фестиваль грандиозный. И я на этом фестивале получила 2-ю премию. Именно с этого, 1978 года, я стала активно сотрудничать с центральным телевидением, и меня мои репортажи из города Горького показывали на всю страну. Вообще Нижний существовал, потому что существует Нина. По крайней мере, в программе «Взгляд» я узнала о том, что такой город есть, потому что вот Нина делала сюжеты. Тогда же получила приглашение работать в Москве на центральном телевидении. В те времена это был очень непростой вопрос, но мне удалось, в общем, поговорить с крупными руководителями, с министром нашим. Для меня было, конечно, удивительным, почти там поступком декабристки, что Нина отказалась. В 80-м году совсем уже была собралась в Москву, но вместо этого родила Петьку.